На встречу с воспитанниками центра внешкольной работы инспектор ГИБДД Екатерина Закурдаева пришла с детским креслом, предназначенным для перевозки детей. Маленькие пассажиры – это одни из самых уязвимых участников дорожного движения. Штатные системы безопасности автомобилей не рассчитаны на их защиту, поэтому при перевозке необходимо обязательно использовать детские удерживающие устройства. Детское кресло все-таки оно спасает, и нам спокойнее, ребенок сидит, не отвлекается. Никуда не скачет по всей машине, не бегает, не дергается. Ну и то, что самый тоже немаловажный фактор, административная ответственность у нас, статья 12.23, часть 3 кодекса, да, административного, штраф огромный, 3000 рублей. Но недостаточно только ребенка посадить в кресло. Нужно правильно пристегнуть ремни безопасности. И пусть роль маленького пассажира на мастер-классе выполнила игрушка, ребята под руководством взрослых справились с задачей. Ответственное отношение к безопасности при перевозке машины – цель мастер-класса. Для дошкольников это закрепление правил дорожного движения, а для родителей – правильное использование детских удерживающих устройств. Вдобавок, взрослые должны выбирать устройство, учитывая возраст, рост и вес ребенка, что особенно актуально при перевозке младенцев. Евгений Светлый, Евгений Страдубов, новости из Кровект.